в зеркало смотрится, сам на себя. Главное, сердится, в зеркало себя видит, и вот так. А тут вот он, голубеночек маленький.
Это отец так обихаживает своего голубенка. То ли выискивает чего или что. Все перышки ему чистит. Вот тебе и дикарь беспородный. Да, вот как оно. Вот шевельнулся я чуть-чуть, он сразу шевелился. Тогда она хочет поесть, клюв сует, а он нет, свое делает. Осматривает ему эти хвостик выбирает по перышку. Никогда не видал такой любви. Вот тебе и дикари, вот что заложено у них. А выводят новую породу, у них клюв короткий. Яйца приходится подкладывать под других голубей, чтобы они выходили. Она взять в клюв не может даже. Голубенок один вывелся, не два, а один. Вот просит поесть, а он и не дает его, а только обихаживает. Интересно. Пошел прятаться. Какая красота, вот наблюдаешь. Удивительно, сколько открывается. Погода вроде сегодня похолоднее, и не стали купаться. Попили, в тазике вода. Тазик стоит рядом, у меня вокруг бумагу настелил. Интересный голубенок не может поймать его за клюв. Вот пошел опять на кухню. Вот интересно, как у нас статья была. У злого человека голуби не водятся.
Я вот узнаю, которые нападают, бывают тут разные миссионерские отделы. Самое такое злобное, вот как хорек в капкан попадется, подпрыгивает, он понимает, что конец. И вот нападает один на другой. Ну, тут четыре епархии, то Кызыльская, то Новокузнецкая, Тульская. А ничего у них нету совершенно. Как Степаненко говорит, щенки лают. А вот такая любовь у голубей. Они голубей никогда держать не будут. Потому, а голуби не будут водиться, они у них передохнут сразу. Голубь любит ласку, внимание. И сам все время смотришь и многому научаешься. Закрыл, я не пускаю туда, чтобы накормил ребенка. Свет включи потихоньку. Главное, не кормит малыша. Чуть-чуть там дал такой маленько, там зоб пустой, может погибнуть. Ищет отца, мать сидит на яйцах, а этот летает и не кормит. Искусственно кормят когда, но я не хочу это заниматься. Это трудно, надо распаривать зерно, и там специальная соска такая, полупереваренная пища, чтобы была у него. Я посмотрел и решил, что мне не сделать так. Видишь, он рвется туда. Ему надо туда попасть. Придется открыть. А потом туда подсадить его, этого малыша. Вот я открыл. Вот он сразу же, прям ту же минуту и спрыгнул. Вот так. Это уже думал, там он плохо будет ему, ну, не так хорошо видно. Я решил его здесь оставить, этого цыпленка-то. Вот он сидит, пришел. А она, вон она сидит на гнезде. Ну, что теперь делать-то? Теперь этого буду брать, туда толкать. Давай, давай, маленький мой. Как они тебя не кормят, а? Вон он где. Вот он сидит, хвостом повернулся. О, под хвост лезет, а там что он? Он не понимает, что это не голова. А этот сидит. Ему надо, чтобы голова была изо рта в рот. Тоже переживания мне. Хороший голубенок, дикий. Мне интересно наблюдать за дикими. А которые там породистые, это там, а что наблюдать-то? Там все человек вложил у них.
А это то, что от Бога, совершенно дикий. Вот он, ничего нет, он разворачивается и больше нет. Гнездо у него такое. Это я подсвечиваю. А мамка его, вот она сидит. Ну, что-то недовольны. Где это? Вот так. Ладно. Это у меня за окном голуби. Я даю воробьям, а они все пожирают. Вот он приходит. Да двое еще. Тут маленькая как бы кормушка отделенная. Ну, крупная пшеница. Я даже настоящая пшеница даю. Вот он голубь как. Ну, тоже жить-то охота. Ну, хитрый, никогда к голубям моим не залетает. Два сизаря. Он как бы меня вроде видит через же, через окно. Я сеточку-то убрал тут. Видишь, как быстро клюет. Ну, сейчас ближе буду приближаться, он сразу улетит. Увидит меня. Вот все, улетел. Вот так везде. Все стараются около человека что-то взять от него.